Првични импресии по над преворот и дали извојувавте победа полесно од очекувањата? Што се кажа како сте игре и двете први? Получило се полегче нек што думали. Знаете, она хорошая победа. Легко ее не назовешь, но я даже могу сказать, что мы сегодня не победили, а раздавили просто. Вика, всякая победа, не можем да кажем, дека е лесна. Вика, денеска не ги победивме, него ги задавивме на терен. Просто. Вот этот вот господин, который бегал вот здесь бы. Вика, господин, от которой торчишь, вот, вика, который, если бы он демонстрацию не устроил бы, мы бы сегодня 5-6 бы забили. Да не укочеше раката, вика, во воздух, вика, тим дајавме уште 5-6 гола. Александр, какой сегодня день? Сегодня 22-е это, да? Октября? Не, завтра. А, да, сегодня, да. А я думал, что сегодня 1 мая. Вика, я мислял, дека е 1 май денеска. Вика, како ја држиш заставата, вика, кога е 1 май, вика. Още едно брзо прашање, дали по овој отворен патот за двојната круна? Дали после етот победе у нас этот, я понял, только ни в коем случае, да, не надо у меня вот они футболисты стоять, не настраивайте, легко не будет. Вика, вика, мене играчи, вика, немай да викате така, вика, нема да биде лесно, не будет, лесно не до края, вика. Это, нужно до конца дотерпеть, а у нас осталось вика, 38 вика, дней. Вика, мораме до края да издржиме, вика, остана уште 38 дена до завршување на првенството. Вот тогда мы расслабимся и отдам. После овие 38 дена кои ќе заврши првиот дел, малце ќе се опуштиме, вика, и ќе мислиме за вториот дел. Правильно? Али идеме максимално, до крај. Спасибо. Я поздравляю всех болельщиков Варда с хорошей победой. Сите навејачи на Варда ги поздравувам со денешната победа. Все. Спасибо. Фала много.